причинением вреда здоровью на производстве признается увечье либо травма, которая характеризуется физическим повреждением, также профессиональное заболевание, то есть результат систематического и длительного воздействия на организм человека неустранимых вредных последствий производства. В данном случае со стороны работодателя, возможно, и не будет нарушений правил охраны труда и техники безопасности, но противоправность признается сам факт причинения вреда. Также относится к ним и иное повреждение здоровья, то есть вредные последствия общего заболевания, которое возникло у работника в силу нарушения работодателем установленных правил или норм. Допустим, это освещение нарушено, также чрезмерная нагрузка персонала, отключение отопления в зимний период. Какая предусмотрена ответственность работодателя при причинении вреда здоровью либо смерти работника? В таких случаях предусмотрено взыскание материального ущерба или взыскание компенсации морального вреда. А именно в части причиненного вреда здоровью материального ущерба входит это взыскание утраченного заработка, дохода, при этом не учитываются выплаты единовременного характера, то есть это пособие по реувольнению, компенсация за неиспользованный отпуск и из дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья, то есть это затраты на лечение, на санаторно-курортное лечение, на дополнительное питание, на приобретение специальных транспортных средств, либо протезирование и другие. Что входит в объем причиненного вреда здоровью? Вред, причиненный здоровью, состоит из утраченного заработка к доходу, при этом не учитываются выплаты единовременного характера, то есть компенсации за неиспользованный отпуск, либо выходное пособие при увольнении и другие. Также из дополнительных расходов, которые состоят из расходов на лечение, на дополнительное питание, на санаторно-курортное лечение, протезирование, приобретение транспортных средств и другие. Ущерб в виде утраченного заработка дохода определяется с учетом двух факторов. Первым фактором это является среднемесячный заработок дохода работника до увечья и степени утраты профессиональной трудоспособности. При ее отсутствии утрата общей трудоспособности. Взыскание дополнительных расходов может быть произведено и на будущее время, но в таких случаях необходимо представить заключение медиков, медицинскую экспертизу, а также предварительную оплату стоимости услуг и имущества. Порядок и условия возмещения вреда, они предусмотрены гражданским кодексом, также трудовым кодексом, законом о социальной защите инвалидов и законом об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых служебных обязанностей. В каких случаях работодатель обязан возместить работнику вред, причиненный его жизни и здоровью? В соответствии со статьей 122 Трудового кодекса, при причинении вреда жизни или здоровью работника в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, работодатель обязан возместить вред в полном объеме, в порядке и объеме, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Работодатель возмещает вред в полном объеме в случае отсутствия страховых выплат. При наличии страховых выплат работодатель выплачивает разницу между страховой суммой и фактическим размером вреда. Возмещение вреда, связанное с утратой заработка дохода работника в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности, осуществляется работодателем при установлении степени профессиональной утраты трудоспособности от 5 до 29%. Страховой компании при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 100%. Степень утраты профессиональной способности
устанавливается сроком на 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет и без срока освидетельствования. Это предусмотрено пунктом 26 правил проведения медико-социальной экспертизы. Возмещение вреда, связанное со смертью работника, осуществляется страховой компанией. Выплаты по возмещению расходов осуществляются на основании подтверждающих документов, представленных работником или лицом, понесшим эти расходы. Размер страховой выплаты осуществляется за минусом социальной выплаты. Страховая выплата, которая причитается в качестве возмещения вреда, связанная с утратой заработка дохода работника в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности на срок 1 год и более, осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу работника в течение срока равного степени утраты, либо, но не более срока достижения работником пенсионного возраста. Из страховых выплат осуществляются, удерживаются и перечисляются обязательные пенсионные взносы. Совокупный размер страховых выплат по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, не может превышать размеры при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 59%, включительно 500 месячных расчетных показателей, при установлении утраты профессиональной трудоспособности от 60 до 89% в размере 750 месячных расчетных показателей, при установлении процентов от 90 до 100 тысяч месячных расчетных показателей. В случае смерти работника страховая организация выплачивает расходы на погребение в размере 100 месячных расчетных показателей.